Всем огромный привет! Сегодня у меня опять посылка. Это я заказывала растения и также дополнительно тут все в одном. Посылка от Марины с Украины. Сегодня что? Собралась распаковывать посылку, а ножницы не взяла для посылки. Ладно, будем чем придется распаковывать. У меня сегодня день посылок. С самого утра я отправляла посылки. И потом я ходила получать посылки. Эх. Так. Это, наверное, растюха. Так, давайте посмотрим. Так, это мой психопсис. Он полит. Это папилио. Это третий психопсис у меня. Первый это желтый, потом оранжевая бабочка, а этот, как и желтый, такой инопланетянин. В общем-то, буду его тоже пересаживать. Корней у него достаточно. 4 бульбочки у него и маленький рост. Прекрасно. Конечно, надо заменить, распотрошить его, заменить вот этот свалявшийся старый субстрат. Он цвел уже, цветонос обрезан, почки тут надутые. В общем, будем его смотреть, растить. Короче говоря, коллекция психопсисов у меня собрана. Так, и вторая растюха. Это фаленопсис. Угу. Это фаленопсис, который пострадал в дороге. Конечно, когда его только получили, он был в хорошем состоянии. Не было вот такого залома на листьях. Ну ладно. Это фаленопсис от Мики. Я давно такой хотела. Это Hawaii Dragon Girls. Я вставлю фото цветения растений всех. Я вставлю цветение всех растюх. Так, это вторая моя. Это то, что я себе купила. Так, ладно, еще уточним один момент. Тут, наверное, должна была быть еще одна маленькая растюха. Это Шинорхис фрагранс. Но где он, непонятно. Ладно, это мы уточним. Такс. Это мы отложим. Может, это оно? О боже, я уже заволновалась. Конечно, растение микроб не в тургоре, но все же. Я думаю, что я его отпою. Есть пару корешков. Дай бог, чтобы они работали. Тут один маленький прорезывается. Фокус есть, есть. Чтобы вы понимали размер. Это Норхис фрагранс. Кому будет интересно, вот название. В общем, это отлаживаем. Вот. Это вот, кстати, такая малюська. Это подарок от Марины. Марин, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что я ее отпою все-таки. Так, давайте дальше, пожалуйста. Я не знаю, мне это, не мне. Но придется открыть. Да, это мне. Это Марина мне прислала блюдца. Керамические подгоршки, которые она мне до этого присылала. А то у меня в таких крышечках стоят. Красота. Как раз сегодня занимаюсь поливом, и я их все заменю. Марин, спасибо тебе большое.
сейчас все быстро распакую, как раз, чтобы сразу сегодня были и поставить все. Спасибо большое за поддончики. Сейчас разберу посылку до конца и все поставлю. Так, тут вот еще пакетик с вкусняшками. Это конфеты. Спасибо большое. Будем пить чай. Очень вкусные. Нам, кстати, в тот раз понравились. Ну, и тут такая мелочь. Это мелочь для нас. Правда, я уже не покупаюсь. Покупается. Как вкусно пахнет. Это, в общем-то, бомбочка для ванны. О, как она вкусно пахнет. Нет слов просто. Вкусно. Это handmade. Самодельная косметика. Спасибо. Но аромат обалденный. Такое чувство, что роза такая со сливками, что ли. Что-то такое вкусное и привлекательное. В общем, Марин, спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты для меня заказала такую малюську. И что забрала мой фаленопсис. Я надеюсь, он скоро зацветет. Приведу его в порядок. Пересажу, конечно же. Корешков у него достаточно. Доехал хорошо. Так, малюся выпала. Посажу эту прелесть на блок тоже. И будем ждать результатов. Так. Вот такие вот у меня обзоры. Такие вот у меня посылки от Марины. Марина, спасибо огромное тебе. Мне очень приятно. Надеюсь, что в ближайшее время отправлю тебе твой цветочек. И надеюсь, что все дойдет хорошо. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Хорошего настроения всем.